И еще две награды пополнили копилку городских побед. В уходящем году на всероссийском уровне подвели итоги работы разных предприятий. Последнее в этом году плановое совещание в администрации города началось с поздравления. Муромский завод трубопроводной арматуры стал победителем ежегодного конкурса «100 лучших товаров России». Очень приятно сегодня поздравить представителя исполнительного директора Муромского завода трубопроводной арматуры Драгулия Владимировича и вручить ему и предприятию диплом и знак за победу в этом конкурсе. Также на всероссийском уровне высоко оценили и работу Муромского хлебокомбината. Заслуженной наградой работников предприятия поздравил глава округа Евгений Рычков. У нас проводится ежегодный съезд Союза пекарей России. К нему приурочены осмотр качества хлеба, хлебобулочных изделий. И вот наш Муромский хлебокомбинат получил на этом смотре золотую медаль. Поэтому поздравляем их с этим.